Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок». Первый раз от этого продавца, Астрахань. У этого продавца как бы несколько аккаунтов. И с любых аккаунтов он присылает. На этом он торги, банкноты в основном. А на других там по темам. Ходячка или что, и со всех он объединяет. Доставка там 70 рублей, по-моему, если ничего такого тяжелого нету. То есть можно закупаться. Это я выиграл на аукционе по 10 рублей или по 12 где-то. Так она примерно так она и стоит, чуть дороже может, если не на аукционе. Не стал докупать, денег не было больше. Ну и проверить продавца заодно хотелось. Здесь выиграл 3 купюры, должны быть без обращения, как все упаковано хорошо. Карточку Мегафон. Так, все. Это у нас 1 рубль 91 года, по-моему, но у меня есть, 61 года. И также 61 10 рублей и 61 и 91 тоже 10 рублей. Все без обращения. Номера я не помню. Ну вот. Как бы я на это акцента не вставлял. Классные, новенькие. Можно брать в коллекцию. Потому что у меня есть вот 61 года есть десятики. Но они мне не очень в хорошем виде здесь. Все в идеале. И упаковано все хорошо. Еще такой конвертик. Спасибо за просмотр. Так что продавец неплохой. И у него по тематикам получается несколько аккаунтов. И все отправляет одним отправлением. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.